хорошего дня. Меня зовут Юлия. Я из Украины. Живу сейчас в Нидерландах. Сегодня я немного путешествую в сторону Амстердама и дальше. И надеюсь, что вы со мной тоже получите приятное удовольствие от путешествия. Так что настраивайтесь на путешествие. Все остановочки снабжены таким вот электронным табло. Фотоаппарат воспринимает как блики, но на самом деле здесь ничего не мигает. Здесь расписание прибытия автобусов четко, минута в минуту. И люди уже знают и не нервничают, что они прибывают. Это автобус на Амстердам идет, такая остановочка. От дождя можно спрятаться, прозрачное все кругом. Ожидаем автобуса на Амстердам. Это станция Амстердама, Стел. Здесь магазинчики, что-то перекусить. Табло. Расписание поездов, метро, автобусов. И разные терминалы для приобретения билетов. Есть информационный отдел. Есть такие терминалы. Здесь можно и наличкой, и карточкой расплачиваться. Это турникеты входа в метро и в поезд, на поезд. Есть и такие терминалы на поезд. Они просты в использовании, но чтобы разобраться, нужно очень хорошо постараться. Сначала был стресс для всех. Как пользоваться этими терминалами. Здесь чекинятся карточкой на вход и на выход. Зелененькие на вход, красные на выход. Это внутри. Здесь две платформы. Выходы, есть эскалатор, есть ступеньки. Но мы движемся в сторону Амстердам Централа. Прибывает поезд, здесь выход и на метро, и на поезд. Поездом быстрее всего одна остановка для Амстердама-Централа, сажусь на поезд. Такие вагончики. Это первый класс. Красные, синие, второй класс. Мне без все равно, не приоритетно какой класс. Так что я туда, куда ближе. Амстердам-Централ. Вокзал Централ Амстердам. Прибыли.